Привет! Вы на канале Таня Смайл. И сегодня у меня необыкновенный челлендж. Я позвала специально моего братика. Привет. Бориса. И у нас есть вот такие бочоночки и номерки. Мы, то есть, будем тянуть бочонок. Нам, например, попадет там 5 или 10, ну, любое число. И мы берем этот продукт, открываем и пробуем. Давайте начнем наш челлендж. Мама, я боюсь, что мне попадется чили-перец. Ну, не знаю. Так, начинаем. Я достаю первое. Давай на суефа. Су-е-фа. Су-е-фа. Я начинаю первое. Боря утопился. Так, какой мне там номер? Мне попался номерок под номером 3. Ой, я что-то боюсь. Да, вот номер 3. Сейчас открываю, что там интересное. Нет, горчица. Фу. Так, сейчас. Вот, никто не обманывает. Да, там что-то написано. Буду пробовать. Он небось острый. Там что-то написано. Горчица. Пробуем. Бе! Как воняет! Все, я боюсь. Дай попробовать. Кстати, она очень острая. А что, ее... Но мне надо держаться, чтобы мне заработать бан. А если я выплюну, то никакого очка у меня не будет. Таня, чё? Я съела горчицу острую, фу. Таня, а чё? Я вытираю, чтобы, например, Боре там не смешалось. Таня, а чё? Я ел сегодня вкусную горчицу. Так, Боря, доставай бочонок. Вкусная горчица, ты чё? Господи, у меня во рту всё горит. Давай, тяни. 5. Так где 5? Сюда. А где 5? Вот. О, боже мой! Борису попался черный перец. Набери. Один возьмешь? Много. Много? Весь, что ли? Ой, ты че? Боря постоянно поражает вообще. Ты че? Реально съел черный перец? Ребята, за это ставим лайки Борису. Он ест черный перец. Мне очень понравилась свечка, она вкусная. Да. Восемь, ну держи. Да, Борис, ты гадкая. Я что-то переживаю, что там чуть не вкусно. О, боже мой, перец чили. Не буду есть. Давай кушай, дай очко. Я что-то хочу. Очко не заработаешь, хотя бы... Мама, принеси молоко. Мама, принеси молоко. Хотя бы кусочек попробуй. Ладно, давай. Борису минус. Борис не получает очко. Ладно. Я думаю... Все, давай кушай. Ты что, весь? Давай кусочек хотя бы отломи, у тебя потом все во рту будет гореть. Ну как? Боря! Че, серьезно, еще откусишь? Боря, я не знаю, почему он так кушает. Так, фольгу я убираю. Сбрасываю. Это вроде бы From коллекция. Я их просто обожаю и легко съем это. Мне везет, а Борису не везет.
Давайте ему что-нибудь подсунем такое плохое, что он достанет, а мне все вкусные попадятся. Вот будет умора. Ой. Сейчас ждем Бориса. Так, я сну. Боря, ну ты вообще все можешь породить. Надеюсь, мне что-то вкусное попадется. Невкусное. Четыре. Ну ты же еще не видел, что там. Ты же не видел, что там. Ну вкусно. Я же говорила, ему не везет. Но это Боря съест, я это знаю. Дай целый день, ну не целый день, он каждый раз берет с холодильника, нарезает и кушает лимон. Ну как тебе лимончик? Все течет. О боже мой, он съел лимон. Все, Борь, достаточно. Господи. Он какой-то, Боря, вообще странный, как будто... Боря! Ты что, весь съешь лимон? Мне попался номер Спасибо. Один. Один нечетное число, поэтому как-то не очень. Ой. Так, Боря, Боря. Нет, я так и знала, это чеснок. О, нет. Я надеюсь, что мне сегодня опять не носит. Нет, я кусочек отломлю. Боря, они... Десять! Борис, подожди. Подожди. Сейчас я съем чеснок. А лимон полезный. Чеснок. О, господи, жжет все. Я открываю 10. Повезло, Борису попалась очень вкусная конфетка. Я ее люблю. Ну почему 6? Ой, 9 почему? Тебе вдруг тоже что-то вкусное попадется. Вот мне попался немецкий шоколад. Подожди, я попробую, потом ты это откроешь. Я открыть что-то их не могу. Вот так они выглядят. Вкусно? Да. Открываю. Да. Да. Это же грибочки. Блин, я хотела грибочки. Давай с тобой поменяемся. Все, наш челлендж закончился. У меня все. Наша тарелка пуста. А это значит, что победила дружба. Таня, но я хотела выиграть. А что там? Я выиграл. Ну ладно, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех люблю. Пока-пока.